Покажи поле боя. Увеличить С3. Где же ты? Вот он, тиран Улья. Разведка не сообщала. Он там. Убьем его и разрушим синаптическую связь. Разбегутся, как крысы. Тиран Улья — достойный враг. А если нет? Если ошибка? Я не могу слать людей в бой наугад. Нужно два отряда. Два отряда? Надо убить тирана Улья, найти источник помех и доставить сообщение на узел связи. Шестеро. Больше дать не могу. Не подведи. Сэр. Император защищает. Расчетом лейтенанта Тита, тиран Улья Тиранидов ведет рой по направлению к узлу астропатической связи. Вас высадят у моста под контролем Имперской гвардии, рядом с которым он пройдет. Ваша задача — обрушить мост и похоронить чудовищного ксеноса под его обломками. Вижу зону высадки. Приземляюсь. Наша цель — тиран Улья, а не мост. Удерживайте позицию, пока лидер тиранидов не будет уничтожен. Так точно, милорд. Пусть император направит наши лазганы на поддержку вам. Нас атакуют! Приготовьтесь, восьмой. Покажем ангелам императора, чего мы стоим. Идите вверх! Они хотят окружить нас по крышам! Само его существование оскорбляет взоры Империум. Я... впервые вижу подобную мерзость! Ждите! Пусть тварь из Улья подойдет ближе! Взорвать заряды! Немедленно! Умри, монстр! Таласа Дельте. Цель уничтожена. За эту победу. Он еще жив. Командир, в чем дело? Без связи с разумом Улья рой тут же рассеялся. Но они до сих пор целенаправленно атакуют узел связи. Доклады подтверждают предположение лейтенанта. Рой противника все еще действует согласованно, а значит, зверь уцелел. Похоже, нас ждет охота, братья. Милорды, мы удержимся на позиции и прикроем вас, пока вы добиваете монстра. Ему ведом страх, братья. Преследуйте и устраните тварь. Возможности лучше у нас не будет. Наши вокс-передачи не доходят до узла астропатической связи. Источник помех находится на захваченной еретиками территории. Отыщите и уничтожьте все, что мешает нашей системе связи. Вот это мы истребим в первую очередь. Нет, смотрите, он скован алтарями. Нам надо пресечь эти узы. Или простите вас, сыны Шлемана. Умерите, как труд на троне, которому вы поклоняетесь. Бежу человечество плетью ложных советов. Прикните к нам, освободитесь от его плоти и лжи.
слышите лишь плоть. Я буду преследовать вас до конца вашей никчемной жизни! Приближаемся к зоне высадки, готовьтесь! Лейтенант, это мы должны сражаться с тираном. Таласа справится с ним. Их всего трое. Мы должны быть с ними, а не играть в посыльных. Это сообщение нужно доставить. И что это за сообщение? Говори прямо, брат. Я заглянул в архивы. Ты был капитаном второй роты. А потом ты пропал. Больше 100 лет назад. Я служил в карауле смерти. Остались бы записи. Не о черном щите. О черном щите? Ты стер символы ордена. Я бы за них жизнь отдал. Тогда почему? Меня обвинили. Это было наказание. В чем тебя обвинили? В ереси. Скоро садимся. Вперед! Группа Дельта, проверка связи. Это Веридиан. Пока еще летим. Таласа на месте. Скоро тиран падет. Принято. Движемся к цели. Докладывайте по Воксу. Конец связи. До узла астропатической связи больше 6 километров. Ожидайте крупные силы тиранидов. А солдаты архиврага? Единичные сообщения. Но они здесь. Намного лучше. Злобных ксеносов, что явились по нашей душе! Пришли наших ребят. Еще бы! Ведь мы 8-й Кадианский! Самые грозные, свирепые и безжалостные мужчины и женщины, что когда-либо странствовали межзвезд! Ура! Кадия! Наш дом разрушено и разгромлено! Но разве мы опустили руки? Нет, сэр! Нет! Ибо мы возмездие, что падет на головы любого чужака, угрожающего священной земле Империума! Ура! И мы отдадим жизнь за нашего святого Императора! Да, сэр! Вы готовы отдать жизнь во имя всего доброго и праведного, во имя нашего святого Императора? Да, сэр! Так поднимите же выше знамя Кадии! Пусть все враги видят, от чьей руки они примут смерть! Ура! Трусы! Вы запятнали честь Кадианской гвардии! Вы опозорили себя, покинув своих братьев! Вашим наказанием будет бесславная смерть! Отряд! Готовься! Целься! Бить! Благословенный император, велика моя вина. Молю, прости мою трусость. Зажми нос. Дамоков, входим в зону Вокс-помех. Вас понял. Отключаюсь. О, зубы Императора. Следи за языком, гвардеец. Простите, милорд. Перезаряжаюсь. Похоже, мы нашли выход.
Узел связи. Нашим братьям там внизу приходится нелегко. Дельта, мы устроили адскому Ксенусу подобающие похороны. Он еще жив. Командир, в чем дело? Без связи с разумом Улья Рой тут же рассеялся. Но они до сих пор целенаправленно атакуют узел связи. Доклады подтверждают предположение лейтенанта. Рой противника все еще действует согласованно. А значит, зверь уцелел. Мы клянемся! Чудовищное отродье не переживет этот день! Нам стоит вернуться к основным силам. Тит несокрушимому. Запрашиваю бункер удар молота по моим координатам. Будем прыгать? Запрос принят. Ожидайте. Вот наш вход. Далековато. Домок Алталасия. Ответьте. Если Таласа не сумеет одолеть тирана Улья... Тогда наша прогулка была впустую. Наше место с основными силами. Зачем корпеть в безвестности, когда можно снискать славу, а, сержант? Наши братья гибнут, пока мы крадемся в тенях. Если не отправим сообщение, будет бойня. Чего ты взял? А почему еще предатели так стараются нас остановить? Наш лейтенант сам сказал. Здесь всюду обман. Если тебе есть что сказать, сержант. Клячка. Собираю припасы. Перезаряжаюсь.
голоса! Они убили тирана Ульга. Враги в замешательстве. Все до единого. Тиран Улья управлял своими подчиненными по синаптической связи. Смятение в рядах врагов означает лишь одно. Тиран Улья наконец пал. Вызывает Веридиан. Дамокл, если вы это слышите, мы справились. Замечательно, брат. Есть новости от Таласы. Таласа Дамоклу. Чужак больше никого не потревожит. Лейтенант Тит, узлу связи. Зона зачищена. Открыть ворота. Вам тут не место. У меня сообщение для Калгара. Я не могу вам помочь. Это срочно. Тиранитская тень в Арби заволокла систему. А теперь еще и демонические силы угрожают любому, кто осмелится открыть свой разум. Ты уклоняешься от долга? Вам следует знать... Покажи мне сообщение. Получила. Начнем же. Миледи, я возражаю. Это слишком опасно. Тихо. Я не могу дать гарантий. О чем она? Я не знаю. Ты хочешь заманить Калгара сюда, чтобы убить его? Еретик. Ты предашь нас, как ты предал их на грани! Ложь. Арестуйте его! Он хочет ее убить! Лейтенант! Гадриэль! Я не еретик! Он хочет присвоить источник! Остановите его! Убей еретика! Убей! Хватит! Убей его! Что ты сделал?
танец прекрасен. Он пытается сбежать. Помешайте ему! Он сбежал? Не знаю. Лейтенант Тит, ответь! Слушаю. Силы хаоса вторглись в систему. Они пришли за Авророй. Мы немедленно выдвигаемся на Тимериум. Как ты понял? Я рос на Калте, когда напали несущие слово. Метка хаоса мне знакома. Возвращаемся на боевую баржу. Я понимаю твои действия, но на этом твоим подозрениям конец. Все ясно? Да, сэр.